Санки Дюмов. Синему углу Рекки Оклан, Куба Гавана. Локтями бьет, толкает. Судья, смотри повнимательнее. Вот так. Разумному отношению готовится спортсмен с берегов реки Нева Дмитрий Вилов, Россия, Санкт-Петербург. 92 года рождения, двукратный победитель первенства Европы, двукратный победитель первенства мира 2006 года в Стамбуле, 2007 года в Баку. Провел 192 боя, 186 побед. Воспитанник заслуженного тренера России Николая Исаева и тренера Ирека Галина. Победитель первенства мира среди агентов 2007 года.
провел 109 боев, 109 побед. Воспитанник тренера футбола. Демор, зарви дистанцию справа. Судья толкается, бежит в линию. Третий раунд толкается, ты нас здесь не видишь. Судья на линию. Ништяк! Ничего, у него кость крепкая. Финал, такой удар выдержал. Дима, сейчас форма, разорви. Не возись. Локтя не толкай. Судья, локтя не бьет. Куба. Пожестче. Ну, между рук, ведь зашвырни туда. Натуре, что уговаривать, что ли? Молодец, Дима, отлично. Редко надо. Попал, блин. Там, видно, еще раз. Борят с такими. Локтями толкается, судья. Видишь, он ноги загрузил. Ну еще как, а? Локтями, судья! Судья, локтями бьет! Грубо локтями бьет! Пойдем, Амара! Ништяк! Грудак это хорошо. Убили с локтями. Да очко больше снимать нет, блин, рефери. Слепой, что ли? Это договоренность. Бей! Жестко сразу! Толкается, судья! Судья! Предупреждение давай! Очко снимай! Наконец! Да ура, наконец-то задолбал меня! Бей жестко сразу! Дима в сеге, вот Дима, но! Хорошо! Дима в грудак его! Еще раз! Давай, давай, давай! Давай, давай! Уйди! Сразу! Да ну что такое, ёб! Что делаешь? Ты чё? Справа сразу! А каждому сразу. Жестко! Обоим сразу. Справа жестко! Хорошо! Молодец! И золотую медаль завоевал Дмитрий Димов.